Рецепт снят для сайта YouCook Video. Фасоль нужно предварительно замочить в холодной воде на ночь и отварить 1,5-2 часа, в зависимости от сорта, почти до готовности. Теперь в кастрюлю с фасолью нарезаем картошку небольшими кусочками. Заливаем холодной водой и ставим на плиту вариться. Морковку натрем на крупной терке. Лук нарежем мелко. Помидоры перемелим в пюре в блендере. Готово. Теперь делаем зажарку. Лук обжариваем на растительном масле. Добавляем морковку. Еще немного обжарим. И заливаем томатом. Размешаем и на медленном огне пускай кипит. Вот зажарка почти готова, уже загустела. Добавляем мелко нарезанный перец. Еще раз размешаем и варим до загустения. Суп варится до готовности картошки. Когда картошка готова, добавляем зажарку. Размешаем, накрываем крышкой и выключаем плиту. Суп должен постоять примерно полчаса. Рецепт снят для сайта YouCook Video.